канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть. Так, подожди. Вау. Ни хрена себе урон. Вот это, да? Твою ж мать! Я даже не выстрелил, дебил вонючий. Твою ж мать, 3 звезды. Ну спасибо нахрен. А не могу. Не надо за мной гнаться. Ну пожалуйста. Давай, 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 койоты, бегите. Блин. Вы меня не должны видеть. Беги. Твою ж мать-то. Повыбирал оружие. Беги, беги, блин. Как вы меня могли увидеть? Уа! Да где ж вы раньше-то были? Так. Скрылся вроде как. Твою ж мать. Ну чё там? Вот сюда. Поехали. Так. Я этого алкача прокачиваю только, блин, этими пробежками. Вау-вау-вау-вау-вау-вау. И вот так. Ни хрена себе. Ух ты, это что за детская площадка тут такая? Даже не знаю, блин, это мультаун. Давай. Я еще и удачно вылез здесь. Хорошая машинка. Вот какие надо брать-то баги. На все дела. Так. Что-то было-то, не понял. Ладно. Трасса для мотоциклов, что ли? Давай, 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 давай. Тащит, машинка тащит.
Тихо, по тормозам. Вперед теперь. Вот так. И по тормозам. И по тормозам. И вот мы приехали. Целые невредимые. Возвращайтесь позже, чтобы начать задание заново. Почему? Что-то не понял. Возвращайтесь позже. Что за херня? Эй, не! Будь здоров. Ой, спасибо. Что за отстой-то? Так, ладно. Давай-ка вот этот типок у нас будет. Приберем здесь. Agent Steve Haynes, man. Так. А вот, я на задание еду. Так я по ходу дела там же сейчас с ними пересекусь. С Тревором, нахрен. Уж что-то больно место с одной этажи. Ну да. Вон и машина. И Тревор там сидит. Hey, what's up? Давай. Oh, hey, man. Здорово. Здорово, корова. How you doing? Man, I was wondering, have you heard from your family? Ты с родными общался? Yeah, sure. Да, конечно. No, that's a lie. Never a fucking thing. Damn, берем орешки. Yeah, well. Хреново, да. Not gonna matter. We're all gonna be about a half hour anyway. Все равно. What's going on, ladies? Дамочки, как дела? Hello, Trevor. Привет, Тревор. Kept you. Что так долго? Бизнес, Майкл, бизнес. I'm the CEO of a big international corporation. It's very time-consuming. Nothing, of course, you understand. Being a gentleman of leisure. You know, Franklin, if there's one thing that you're gonna learn, за все время проведения с нами ты хоть чему и научился? Коси под. Then they can't fry you. Под кого? If you want something done, go to the busy man. Если что-то надо, обращайся к деловому человеку. Hold on, man. Could y'all knock that shit off? Oh, look! Boys, your boys. It's the feds. Это федералы. Hey, where's the other three? What other three? Где еще трое? Какие трое? We told you to bring along six. This is a six-man job. No, you didn't. Dave did. Какие трое? Ты сказал, что все сделаешь. That is a freaking lie. Сраная ложь. I do not get things wrong. Я никогда ничего не забываю. Then we're out of here. Fuck it. Так, что-то я не пойму, что случилось там? Мы втроем справились. And die, fuck you. И сдохнем? Пошел ты нахрен. Сам делай свою работу. С этим каждый так защищает свою страну от подонков вроде тебя. Господи, когда мы его прикончим? Тогда пошли с нами. Пойдем, мистер. Бухгалтер, пойдем. Пойдем спасать Америку. Мои источники говорили, что в отделе международных операций заговор. Но в управлении. И они используют это место для синтеза опасного нейротоксина. Хрень полная. А, ну да, кстати. Помню, да, что-то такое было. Плывите вдоль береговой линии. Да, вроде какая-то такая была миссия. Listen to me, Steve. No wisecracks, got it? No fucking clichés. We're fighting for the freedom of the people today. Don't lecture me on patriotism. You've been living outside this system too long. Social responsibility's a joke to you. So maybe I redeem myself. Погибну, такое клише. Давай, что там погибну? Не хотим мы погибать. No one is dying on my watch. This is the bay. We can get in through the discharge tunnel. Ну? Here goes. Поехали. Нахрена только втроем-то прыгать?
Ага, вот так вот. Понятненько. Давай, 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 давай. Плыви! Плывун! Так, отверстие так. У тебя резак. Да, у меня. Принимайся за работу, понял? Режу решетку. Как вы там еще разговариваете вообще, по идее? Так. So, you got any more little facts for me from the instruction manual? Thought you'd want some intel on the equipment we sourced using your hard-won funds. Ha! I figured it was all gonna go on a wardrobe full of windbreakers. Oh, and maybe some nipple clamps. Так. Давай, давай. Все. Вот такой красавчик я. Давай. Получилось. Пошли. Давай, давай, плывем. You sure this thing comes out where you think it does? The intel is good. We're 100 yards out. Ah, I feel like I'm giving a colonoscopy to the Statue of Happiness. Nice change. Могли бы посветлее сделать помещение-то, ни хрена не видно. You feel that? Water's getting warmer. You wet your pants, Davey? This is a cooling tunnel. Давай. Of course it's getting warmer. No one urinated. I know for a fact что затоплено под водой, все, блин. Господи. Еще думаю, что трубы не проживет, а соль их сожрет на раз-два. Так, что там, про кота, что ли? Еще заблудиться можно. Так, не надо отставать. Хрен знает. This is the third turbine. О, вот это прибыли. That's даже восхищенное место. Take it up to the surface, people. Так. Ну давай. Лестница. Ну, давай, 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 ползи. Что ты за стрял-то нах? Лягушонок. Я буду звать тебя Мауга. We ready? I was born ready. Вы готовы? Let's do this. Come on, Dave. What's the plan? Hey, hey, hey. We locate the toxin. And action our escape strategy. That's what we got. Great. Находим такси, не уходим. Bank robber,
set your phaser to stun. Dave, you're on point. I'm leading from the rear. And Michael, you're on stun gun duty. Так. Это я не понял, ты что, шокер? Да. Вот он. Нет. Пойдем. Hands up, you, now. Against the wall, quick. What the heck? Give it to him, Townley. Что надо сделать? Knock him out, Townley. А, выруби. На. Action the neuromuscular incapacitator, Mr. Townley. It's time this guy went to sleep, Michael. На. Okay. Now hit the elevator. Ух ты. Ну-ка. So what exactly does a neurotoxin look like? You're on a need-to-know basis, bank robber. Shut it. Давай. Elevator's coming down. Someone's on board. Out, out, out! Easy now, easy now. Please, don't. You got clear. Что, я что ли? Please don't hurt me. Get the pass. All right. Все. We go. Едем. How you feeling about this? I feel pretty damn fine. Yeah, only your camera crew was here. Round to the right. Come on. Clear. Let's go. Two lab geeks. Gotta deal with them. Давай. Да. Вырубите. Put them up. Put them up. Да. Да. Вырубил. Don't sit there. Bring it to them. Так. Stay against this wall. Security is scheduled to come through here. They're on us. Make a judgment call. I dare you. Just a little pinprick. What can a pinprick do? Ask the monkey. Go on. A tiny amount on your hand. Okay, we're clear. Пойдем. Use the card on the swiper. Заходим. Come on. You. Door. Давай. You won't get in here. He's got the locking system overridden from in there. Wait, someone's coming. Стоп, кто-то идет. You, hands up. Только стоять. Back up. And freeze. We get collateral. You want a bargain? What's not fresh work? Сколько стоит этот ботан? Открывай. Stick up, guy. You're expendable. Get the nerve agent. Over there, now. Так, я пошел за токсином. This will make me берем. The most dangerous man in the country. I'm also the most shit scared. Самый опасный человек в стране. Thank you, federal government. These scientists have done enough good work for today. Put them to sleep. Давай. Так. Security team. You're a clown. Don't shoot me. I'm carrying nerve toxins here. Так, хочу вот из этой бахнуть. Drop down. I don't want to be here either. Dick. We cannot take chances.
Так, ладно. Так, что у меня там? Look at this idiot! Давай. We need to be gone before the whole place gets shut down. Corridor goes around to the left. You chose the wrong line of work. Так, где-то еще один. Вот так вот. Давай, идем. Блин, а у меня жизни-то. Блин, да ни хрена. Где-то должны быть аптечки. Погиб. Ну что ж ты так, Майкл? Так. Так, где у меня? Вот на это мы пойдем. Put the humanitarians to sleep, Michael. Блин. You know... На. На. Так. Поехали. Agency security. Тварь вонючая. Только сейчас лещам всем пораздаю нахрен. На. На. Damn it. We need to get the nerve agent into a refrigeration unit. Facility security has been compromised. Warning, warning. You got the right weapon? This is about to get real. Security team. Let's go!
Кстати, я в жопе столько новых дырок наделал. Так. Стой у двери. Давай. Кто-то еще где-то, вон он. Да ладно, я со всеми уже расправился. Так, это что нам? А нам сюда надо? Это надо держать в холоде, да? Ну давай. Нахрена вообще такие оружия придумывают, чтобы странами уничтожать? Это же пипец. Идиотизм. Отлично, готовь эту хрень к погрузке. Так, минутку. Тихо. Да твою мать-то. Я ж не знаю, где тут тормоз-то. Вот так вот. Люди управления уже в здании, давай. Это слишком. Ну давай, может тогда разработаем план? Ладно, так идите, а я прикрою. Твою мать, ладно. А трупы? Хорошо, что я не один из них. Идем. Что там мутит? Задержать, да пошел ты. Я только что твою пулю за родину. Вот он, падла какой, значит. Ну я знал. Что это все обман и фикция. Далековато, да, лететь надо? В пустыню куда-то? А, вон, взлетная полоса, вижу.
taking the easy way. Guy's got his feet up in an aircraft hangar. Look, let's get to the airport so we can finish this bullshit. When you drop us, I'll take the nerve agent. Mr. Phillips, can I trust you to dispose of the chopper? I got more important things to worry about messing around with this stupid chopper. Like things that actually mean something. Not made-up wars with made-up enemies. Matters of the heart. Is he fucking with me? Probably not. Да подними! Так, подожди. Сложноватенько. Давай, давай. Посадите вертолет. Посадил, блин, фу, справился с заданием. Hey, Frank. Бундук. So the chemical weapon in there, right? If it even is a chemical weapon. Химическое оружие там. Shaving cream for all I know. By the way, может, это пена для бритья? Oh, but there won't be a next time, will there, Davey? There never is. Do my best for you. Ну давай. Try. Yeah, well, maybe this time we'll get lucky. На этот раз нам повезет. Да какой? Steve will succumb to the strains of enhanced irrigation techniques. Работаете? Irrigate him? Are you insane? They're probably decorating him right now. Hey, Davey, your boys at the agency. Ребята из управления теперь будут охотиться за вами. Stevie. Just try and keep your head down. Не высовывайтесь, все будет хорошо. Орешки. What's this? Oh, ого. Yes. What's up, man? My days in the wilderness are over. Lester, he settled up with that crazy Mexican motherfucker. Gave him the artifact. Отдал ему артефакт какой-то, и теперь, пока его жена, мы в полной безопасности. Нахрен с ним, ему нравится жить в пустыне с Тревором. Да и потом, после того, как мы провернем наши пути, в любом случае разойдутся. Я вернусь на киноиндустрию. Ну ладно, а я тебе позже звякну, лады. Какой же дурдом. Как же я тебе скажу, вся эта пустыня может идти в жопу. Пусть моя жизнь сплошная боль, но отныне это будет приятная боль. С комфортом, кондиционером. Ладно, бывай. Ну да. Тревор, да? Ну где ты? Поезд? А нет, все-таки Тревор. I had a wonderful time, Тревор. Мне было очень But хорошо. We both know I made a vow to my husband. Так. Я дала мужу клятву. I know. Подождите, надо отменить. Вот так. Чтоб не мешало нам. Ты замечательный человек. Мне еще никогда не было так радостно и так печально. Ты так хорошо говоришь. По какой-то причине, кого ты, та, которую я люблю, меня бросают. Я не бросаю тебя, я еду домой. Вот так, если он будет плохо с тобой обращаться. Я знаю. Отвезите Патрицию в дом на ферме. Ну, блин. Вот так вот. Он самый человечный, наверное, среди маньяков. Ладно, довезу тебя
стелости и безопасности. Ой, не булькайте. А что, жить надоело всем? Ну? Недалеко осталось. Вот она уже ферма. Ну давай, прощайтесь. No. Нет. Stay. Оставайся. Будь с ней ласков. Непременно, амиго. Да, а иначе... Второе ухо. Разумеется. У меня такая точка зрения. Мы с тобой и Майкл теперь друзьями. Добрые друзья. Что постараемся держать друг друга подальше. Идеальный вариант, мать твою. Да, и поблагодари за статую, она бесподобна. Я так и сделаю. Да. Печальная история. Да, конечно. Ну-ка, давайте-ка посмотрим. Что у нас есть? Нету. Ну-ка, давай-ка. Сам доедет. Я что, не понял, я за поворотом, что ли, стоял всё это время? Так, и где я? Так. Вот сюда мне надо. А, смотрите-ка, недалеко, вроде как, и по прямой еду куда надо. Давай. Так, ну дробовик мы выяснили, дело хорошее. Надо к нему патронов больше покупать. Да. Ну, а у Тревора что-то появилось задание нахрен. Я не понял, ты что прыгаешь-то там? Ладно, раз уж на него взял. Посмотрим. Правда, тебе отстреливаться надо, пипец как. Потому что постоянно куда-то влипаешь. Ногами в самое не могу. Надеюсь, я тебе машину поцарапал. Да иди ты в жопу. Оп. Ха-ха-ха. Напугал я вас. Так. Ехаем, ехаем. Давай. Машины в небе. Не прогрузилась, да? Так, а кстати, я даже... Только стой. Я мотоцикл вообще могу прогрузить? Прогрузить, прокачать. Не понял, а тут где дорога-то? Ага, где-то внизу.
Давай. Говори. It's me, dog. Where we at? We're at Enzo Bonelli. Enzo Bonelli. Mafia guy turned real estate developer. He's bullied his way onto half the building contracts in Los Santos. Extortion, murder, labor racketeering, you name it. There's not a construction worker in town earning a livable wage right now, and Gold Coast Development is about to go under. Так, ну ладно. Так, вниз. О, вот здесь вот спущусь. Так. Давай прокачаем, посмотрим, что можно сделать с своим мотоциклом. What miracle did you want me to perform? Так, ремонт. Хрен с ним. Броня. I'll put it like this. It ain't gonna rust, так. Okay? Тормоза. Stops on a dime. Двигатель. Глушитель. Обтекатель. Так. Рамы. Какое там самое дорогое будем брать? Да мне похрен, ну что там? Бензобак. Клаксон. Ну-ка. А с повтором? Вот этот. Пары. Все. Номера мне, окраска. Кофры, что за кофры? Убрать. Кожаные пусть будут. Трансмиссия. Цвет колес. Нет, цвет хрен, шина. Так. Давай с красным дымом. Все. Давай. Прокачал. Ну, для себя же прокачал, не для кого-то. Так что потратился, да, нехило. Броню навел. Пока не разбиться бы на этом мотоцикле сейчас. Раз он у меня прокачанный, пипец как. Давай. Так, раз мне надо кого-то устранить, я так думаю, надо в оружейный заехать сначала. Где-то Тирнс недалеко, я прям слышу его. Только как туда попасть?
living outside the rules. I wish I could, but I'm a stickler. It's my curse. Oh, not this again. I was in a gang once in high school. Well, more of a club, really. Well, sure. We were light on the intimidation factor. You must have so many stories. Go on, tell me one. Just one. Come on, please. All right, I'm gonna tell you a story. I'm gonna tell you a good one. About a gun store owner who wouldn't shut up until one day a customer lost his cool and dropped the annoying son of a bitch. Gotcha. Point taken. We'll stick to the business at hand. I just feel immediately less cool when you are. Ага, максимум. Парашют приобретен. Максимум. I can remove the serial numbers for you if you want. Понятненько. Now that can get you in some trouble. Так. Ага. Больше к нему ни хрена ничего. You have a cool walk, if you don't mind me saying. Стандартный магазин. Нет, патронов надо поболее. Так. Ну вот этот вообще пушка, как только, блин, один выстрел. Жалко. Through South Los Santos sometimes, sure. Just to soak it all in. Так. Так. Ну вот так, толстовочка. I've read a lot of books on gangs, you know. Пойдем. Все. Опа! Какая-то стройка. Не понял, что я так бахался? А. Не прогрузилось. Ну и ладушки. Ждем. А что ждем-то? Успокоиться? На меня нет охота, ты говоришь, чтобы я успокоился? I'm gonna stay near the chopper. You dumb fucks, do your job. О как. Поднимитесь на крышу. Понятненько. И ясненько. Man, sorry about that. Thank you.
Блин, ладно. Ну-ка, что у меня за оружие-то? Так. Это... Так, А9 у меня что? А0. 0 нету. Так, это что у меня? Понятненько. Ладно, давай. Кто там еще? Не вижу, не вижу. Пока никого не вижу. Там вот человечек должен быть. Так, чтобы не прибегал. Не надо, я тебя видел. Так. Пока все нормально идет. Да уйди ты оттуда.
Давай, поехали. Блин, а я хотел вон того еще подстрелить. Это кто так? Из чего так? Так, смотрим. Подожди. Так, его уже нету, ладно. Понятненько. Я не понял, как ты меня видел-то первоначально. Давай. Поехали. Я говорю, он, блин, какой-то маньячина вот из всех этих. Тем-то хоть убивать не так уж надо. А у этого что-то только одно убийство. Блин! А где это вонючий этот? Ракетница-то моя. А где ракетница, кстати? Ладно. Там. Так. А у меня есть парашют. Нажмите так. Screw this. Блин, только не такой цвет. Я же не такой. Блин, сейчас парашют надо новый покупать. It's taken care of, but man, that shit went south. Дело сделано, но замес был охренительный. О, так недалеко.
Задание выполнено. Так, надо парашют купить. Так, я что-то не понял. Ну-ка, давайте-ка проверим. А, вот она, ракетница. Ладно. Так, в продажу поступил пистолет, в продаже имеется следующий магазин, повышенная емкость с прицелом. Так. Во-первых, броню жилет. И парашют. Look, like I said, homie, I think you got me confused with somebody else. He called me homie. А, вот я что брал. Anyway, where were we? Так, подожди, не понял. Я что, все патроны, что ли? You probably think I'm such a loser. Высокоточная винтовка. Пистолеты. Так, винтажный пистолет. Так, этот есть, его приобретено, шокер. Чтобы было. I can really see you holding one of these on an angle like they do on TV. Yeah. Ну все. Пока.